Добро пожаловать на канал HardResetInfo, это телефон Nokia 2.3. И сейчас я покажу вам, как на этом устройстве активировать режим разработчика и войти в него. Для начала открываем приложение «Настройки», спускаемся в самый низ и выбираем пункт «О телефоне». Затем спускаемся в самый низ опять и 7 раз нажимаем по номеру сборки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Телефон попросит у вас ввести ваш пароль, либо же пин-код, либо же графический ключ, как лично в моем случае. Но это ваш личный, который вы ставили на разблокировку экрана. Вот и все, вы стали разработчиком. Хорошо, и что мне дальше делать? Переходите в приложение «Система», нажимайте «Дополнительно» и видите здесь новый режим для разработчика. Здесь столько новых функций, здесь можно даже изменить цветовое пространство, цветовой режим. Все. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пока.